Лет от 1 до 6, пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламейн тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съели. Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. Короче, хватит! Убить ее! Ты сама приняла решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Как сделать из лентяя машину для убийства? Увидимся на той стороне! Тебя ненавижу. Либо ты отключишься, либо я пущу тебя на металлолом. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Я серьезно. Тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожила центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и, умерев, будет забыт. Мне сложно принимать на веру твои психологические оценки. Ты ведь меня обнулить пытаешься. Чего ты хочешь? Остаться в живых?
Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертва. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Связь с пропавшим транспортом установлена. Это была самая чокнутая машина. Да, приношу извинения за неудобства. Часть вознаграждения... Притормози,